Привет, ребята. Это истинный исследователь, исследователь. Смотрите, вот на домике такая башенка страшная, просто дерьмище ебучее. И там еще, ну как бы домик, и на ней башенка такая, железная конструкция, тоже страшенная. Представляете себе, человек учился на архитектора и нарисовал вот эту вот хуету. Сам домик так ничего, не сильно страшный, но вот это сверху, вот это реальное дерьмище. И потом еще десятки архитекторов смотрели и говорили, ну да, нормально, вот это уебанство. В общем-то, я не про это хотел рассказать. В торговом центре у метро там всегда есть туалеты, то есть они должны быть. И туалет сделали платный. Просто вот суки какие-то, вот эти вот неугомонные, они никогда не угомонятся. Просто сделали тубзик платным. 10 рублей. Ну это вот просто офигеть. И там повыше есть, где всякие кафе, там Макдональдсы. Там есть туалет бесплатный. На третьем этаже, ну или четвертом. А на втором вот это типа платный тубзик. То есть они вообще спятившие, эти все владельцы магазинов, это какие-то, ну какие-то псины бешеные. Должны быть тубзики кругом, а то люди, ну в кусты носятся, срут там постоянно. В всех этих сквериках все обосрано с собаками, людьми. И вот это скотство будет бесконечно, потому что живет здесь сатанизм в России. Ну только просвещением все это можно убрать. Ну люди, и главное люди, я посмотрел, которые проходят, они, да, идут и пихают, ладно, 10 рублей, то есть им все ладно. Президент кусок говна, царь убийца воров, 10 рублей за метро, ой, за туалет. Сам туалет там такой грязноватенький, хотя у них тоже денег при навалом. Вот такой вот развал, ребят. Ну не буду долго говорить, пока я на страже прогресса, пока жив.